Здравствуйте, меня зовут Алиса Корт, и я рада приветствовать вас в гостях у Алисы. В 2013 году наш проект пополнился новыми героинями. Каждая из них имела вопросы личностного характера, которые хотела решить с помощью проекта. Кто-то отнесся к этому очень серьезно, кто-то как к игре, кто-то как к приключению. Результаты у всех разные. В цикле телепрограмм «Чудесная я» вы увидите, как с помощью специалистов проекта «В гостях у Алисы» менялись наши участницы и их жизнь. Еще больше инструментов, еще больше универсальных рецептов счастья для каждой из вас. Светлана Митьковская. Красотка, гедонистка, воздушная, творческая личность. Ей свойственно увлекаться всем и вся. Любит удовольствие и легкость. Мечтает о красивой жизни и идеальном мужчине. С помощью нашего проекта Светлана хочет забыть о своей нерешительности, обидчивости, лени. А специалисты с удовольствием помогут ей в этом. Талантливый человек талантлив во всем. Собственно, как и наоборот. Задача для Светланы – раскрыть потенциал на реализацию всех своих талантов в полной мере. И помнить, что высшая реализация женского предназначения – быть любимой женой и мамой. Помочь нашей героине чувствовать сердцем, жить душой, стабилизировать рационализаторский подход и исключить потребительское мышление сможет психолог Ирина Волченко. Светлана – умный, эрудированный и интересный человек. Она умеет делать все на высоком уровне. Это достойно уважения, и в нашей работе я не раз говорила ей о своем восхищении ею. Когда Светлана пришла ко мне, ее интересовал лишь один вопрос. Почему она такая замечательная, уже созревшая для семьи, не может ее создать, хотя и мужчина есть. В процессе наших консультаций мы выяснили, что Светлана – очень ранимый человек, и определили, с какой травмой это связано. Пережитая боль привела к созданию защитных способов поведения, в частности, рационализации, и живые чувства Светланы оказались спрятанными за объяснениями и анализом. Если в отношениях с противоположным полом не пользоваться языком чувств, это тупиковый путь, что и подтверждается примером партнерских отношений Светланы. На наших консультациях Светлана научилась использовать трехчастные высказывания, которые помогают в отношениях с мужчинами избегать обвинений, а говорить о своих чувствах и восприятии. На проект я пришла с желанием раскрыться, узнать о себе что-то новое при помощи профессионалов. Я понимала, что очень чувствительна, боюсь ошибиться. Для меня чрезвычайно важен порядок, и я не люблю рисковать. Обсуждая это с Ириной, я узнала, как я загоняю себя в рамки правил, лишая себя спонтанности, как я эмоционально изолирую себя, лишая себя теплого общения с близкими людьми. После встреч с Ириной появлялось состояние эмоционального подъема, повышался мой жизненный тонус. Открыть внутренний огонь. Максимально использовать свою гибкость, изящество, пластичность, которыми ее щедро наградила природа, Светлана сможет в студии танцев Red Dance под руководством Яны Мур, опытного тренера. Светлана – девушка очень разносторонняя, талантливая и с сильным характером. А как известно, сильным людям необходимо где-то свои силы восстанавливать, черпать энергию и вдохновение для новых свершений. Думаю, что в проекте она стремится найти что-то новое, интересное и вдохновляющее для себя. Я предложила занятия на пилоне и стрип-пластику. Занятия даются ей достаточно легко и с удовольствием. Даже на пилоне Света не боится пробовать новые элементы, делает все с легкостью. Занимаясь, она отметила, как укрепились ее мышцы, появилась гибкость, пластика и уверенность в себе. Надеюсь, что в наших занятиях Светлана открыла для себя новый источник для вдохновения и развития своей женственности. В тренажерный зал я заставляла себя ходить, а на занятия по стрип-пластике я просто лечу за зарядом позитивной энергии и делюсь позитивными эмоциями со своими близкими. Танец помогает мне раскрепощаться и бороться с комплексами. Я стала мягче и пластичнее, тело более гибким, движения грациозными. На пилоне заниматься вообще никогда не пробовала. Это оказалось сложным, нужны крепкие мышцы. Но когда начинают получаться первые элементы, гордость и радость просто переполняют, и хочется двигаться дальше. Отдельное спасибо Яне. Она уделяет индивидуальное внимание каждой ученице и по-настоящему влюблена в свое дело. С ней здорово заниматься. Светлане не нужен радикально новый образ. Ей важно подчеркнуть свою естественность и утвердить себя в том, что все гениальное просто. Команда рубрики «В стране чудес» во главе со стилистом нашего проекта Анной Сметаниной готова сделать нашу героиню еще красивее. Светлане нравится экспериментировать со своей внешностью.
Какие уж только образы она на себя не примеряла. Сейчас она приходит к тому, что нужно быть самой собой. Но иногда ей кажется, что это скучновато. Поэтому мы добавим в ее образ несколько необычных элементов. Подчеркнуть внутреннее состояние нашей героини смогут мастера стрижки и окрашивания. Частые эксперименты с внешностью, конечно же, отразились на волосах. Здесь и нельзя особо ничего менять, поскольку есть возможность остаться вообще без волос. Надо сберечь и улучшить то, что есть. С помощью окрашивания и стрижки волосы Светланы стали выглядеть ухоженными. Естественность – это прекрасно, но желание улучшать себя присуще всем девушкам. Самый простой способ – это мейкап. Немного пообщавшись со Светланой, мне захотелось сделать ей красивый и соблазнительный макияж. Поэтому для глаз я выбрала технику эстетического макияжа, особым украшением которого является тонкая изящная стрелка. У Светланы сложное строение века. И главное правило, о котором не стоит забывать, мы должны использовать матовую текстуру теней на той области века, которую желаем скорректировать. Этот макияж был особо популярен среди голливудских красавиц 30-50-х годов. Именно поэтому для нежного румянца и соблазнительных губ я выбрала коралловые оттенки. Модно сегодня – это концепция полной проработки образа. Результат работы стилистов, психолога, парикмахеров, визажистов, довольные участницы, их счастливые глаза – это лучший комплимент команде проекта. Свете мы подобрали на первый взгляд необычное сочетание. Яркая юбка-пачка с цветочным принтом и серая майка. Не каждая готова и не каждый умеет носить такой комплект. Но для Светы необычность – это естественно. Поэтому она чувствует себя в предложенном образе очень комфортно. Команда специалистов рубрики «В стране чудес» довольна тем, что Светлане понравился созданный для нее образ. Каждый из них искренне хотел, чтобы его работа нашла отклик в душе нашей участницы. Каждый старался, чтобы она запомнила этот день надолго. Фотограф проекта Иван Озеров сделал для Светы короткий фотосет на память, запечатлив ее яркое преображение. В последнее время я много экспериментировала с цветом волос. Не могла найти свой стиль. Сегодня я полностью доверилась профессионалам, и мне очень понравился мой новый яркий образ. Стилисты помогли мне избавиться от условностей. Сама я бы не рискнула одеть романтичную юбку, пачку с майкой-борцовкой. Большое спасибо специалистам за проделанную работу. Жизнь как игра. На постановочной фотосессии с Иваном Озеровым наша героиня будет играть одну из своих любимых ролей. Она сама принимала активное участие в создании образа. Творческая натура Светланы нашла свое применение в постановочной фотосессии. В отличие от других участниц, Света точно знала, в каком образе она хочет себя увидеть и почувствовать. Материнская стихия Светы – воздух. Мы решили не предлагать противоположные ей образы и далее раскрыться полностью в своем. Света человек безумно творческий, поэтому и образ мы ей предложили безумный и творческий. А это было не просто, но Свету это только разодорило. Мы назвали его «Фея воздушного вдохновения». А при помощи этого образа мы хотели сказать, что человек сам творец своей судьбы, и он сам рисует свой путь. Здоровье – та ценность, которую необходимо беречь и поддерживать. Наша героиня осознает это в полной мере. Воздух соляной пещеры – то, что нужно для улучшения самочувствия. Все чудеса внутри нас. Позволяйте себе их выпускать. Всего вам светлого!